Если не успеешь поставить лайк за 3 секунды, перед тобой появится страшный слендер! Брат! Сестра! Почему вы опаздываете? Брат! Мы были заняты делами! Там вас уже все ждут. Пойдемте, братья, сестры. Да, неужели это случится? Да, брат, и мы дадим тебе сказать слово, чтобы призвать его. Слендера. Да, мы готовы. Можешь начинать. Я приступаю к прочтению заклинания. Ритуал начинается. Слендер! Слесендесер! Тысы, месеняся! Слышишь? Аса! Усон, месеняся! Слышишь? Слесенда, сэр! Присидиси! В носа, Сашас, мессир! Слендер, явись нашему лику! Слесенда, сэр! Работает, братья! Слесенда, сэр! Ясевесись! Продолжай, брат, продолжай! Ясевесись, Слесенда, сэр, к носам! В носас, мессир! Слесенда, сэр! Ясевесись! Он явился к нам! О, Слесенда, сэр! Мысы, тосайси, расабысы! Мы твои рабы, Слендер! Что прикажешь? Слендер! Слендер! Слесенда, сэр! Да, Бобби, до него пока доберешься, блин, это капец. Да капец, блин, пока доедешь, пока доберешься, фиг пойми еще. Забурился. Телефона нету, блин, переехал, называется, в лес. Видите ли, ему город надоел, суета городская, блин. О, вон он, смотри. Че там он, разминается или че, блин? Все, я тут... поход собирается. Оставлю. Здорово, блин. О, пацаны, здорово, как там ваша городская суета, рад вас видеть. Нормально, тоже рады тебя видеть, блин. Андрюха, может ты хотя бы себе телефон заведешь? Да нет, это все отвлекает, знаешь, от чакр, вот это вот все, от занимания йоги, от занятий йоги, все отвлекает, так что вот эти вот ваши социальные сети, не надо мне, вот эти тиктоки ваши, не надо, ребят, не надо. Вот если что хотите, приезжайте сюда, рад вас видеть. Бобби! Слышь, Бобян, Андрюха, походу, кукухой поехал, у тебя тут и интернета, как я понимаю, нету, да? Ну, как видишь, вот только если что, телек посмотреть, там, Россию 1, там, Первый канал, и все, как бы, вот, все. Все-таки я не понимаю, Бобян, нафига Андрюха в лес переехал жить? Да не знаю, блин, по кайфу. Да, Бобби! Ну? Ты что делаешь? Шо? Блин, вы как бы, парни, приехали мне это, навестить, а проблемы создаете, тут еще соседи не тут устраивают приколы. Ну ладно, Андрю, в целом, как жизнь-то, расскажи уже, блин. Куда? Да все, не бегайте, не суетитесь, блин. Давайте хоть пообщаемся, давно не виделись. Как же туха-то? Че, говоришь, соседи там? По кайфу, братан, только вот соседи, они что-то вот сегодня по ночам, что-то вообще вот в последнее время орут, короче, что-то непонятное делают, мешают, если честно. Вы, кстати, вот ко мне приехали, может быть, это... Пока мы вместе пойдем разберемся, а то мешают отдыхать. Ну пойдем сходим, не будем конфликтовать, просто подойдем, поговорим, скажем, что по ночам хоть не шумели. Хотя у тебя тут в лесу, блин, я не знаю, блин, интересно, еще и соседи, блин. Какие здесь, блин, соседи? Белки да волки, что ли? Да, точно. Не-не. Так, а что там, далеко ехать-то? Да вот, сейчас сразу же налево. Так, ну понятно, хорошо, тут хотя бы дорожку прикатали такую, можно хоть проехать, блин. Так это я лопатами все сделал. О, понятно. Вот здесь, в этом доме. Ну давай сначала этих посмотрим. Правда, тут они не особо шумные, но давай все же посмотрим, кто там у них. Давай, там вон хозяин стоит, постучитесь, вон он там. Хозяин! Открывай! Да он куда-то ушел, блин, попробуй сам толкни. Ну. Открыто, смотрите. Да, он здесь.
Здравствуйте, это вы по ночам шумите? Это кто-нибудь есть вообще? А куда он делся, блин, показалось что ли? Может здесь никого нет? Да нет, кого-то видел, не, наверное показалось, парни, слушайте. Блин, значит уехал куда-то, ладно, давайте к другим, значит те шумели, я думаю они там до сих пор в отрубе валяются, отдыхают, спят, блин. Алкоголики, наверное, какие-то. Да скорее всего, братан, давай разберемся, а то они мешают, орут, как будто вот под окнами прям бегают, знаешь. А, ну давай, вот в этом доме здесь? Да-да-да, вот здесь, а. Ну у них тут целые хоромы, блин. Неплохо. Тут у них, да, побольше домик. Только дверь закрыта, блин. Алло! Кто тут дома? Парни! Что? Посмотрите, там человеку плохо лежит на полу. Надо срочно открывать дверь, как-то помочь. Дверь заблокирована. Так, слушай, давайте это... У него гараж открыт. Может, там какие-то инструменты найдутся. Откроем дверь, поможем. Так, давай. Ага, гараж всегда открыт, да, как я понял? Ну да. Вот тут ломик какой-то есть, смотрите. Так, давайте ломиком, блин. Ой, я топор возьму, если что, дверь сломаю просто. Ну давай, если что, ломиком. Пойдем поденем, там чуваку плохо. Вон он, блин, на полу лежит, там еще кровь, там что-то произошло. Ого себе. Шо? Блин. Ё-моё. Вам не видели ничего? Не-не. Опять мне фигня какая-то мерещится. Шо, смотрите здесь. Смотрите, тут что было за варушка? А, это кто? Что за бабка? Что, Зина, вы что делаете здесь? Женщина, вам Зинаида! Помочь? Зинаида! Тихо, не трогайте. Куда она? Она кровью плюется. Димон, бей ее нафиг. Ладно, нафиг ее. Души эту бабку, блин. Дурешку. Давай, вставай! Сейчас, блин! Поднимите! Давай! Гаси ее! Гаси ее! Давай, сейчас! Че, Дина, что вы делаете? Замахнись как следует! Сейчас, замахнусь! Замахнулся! Вставайте, блин, пацаны! Сейчас встанем! Так, парни, ладно, встаю, короче! Давай, Димон, поднимайся! Где она, блин, карга старая? Здесь, блин! Она дверь заблокировала, блин! Выламывай ее, да, я выломаю дверь сейчас! На, где она? А вот она у двери, парни, добивай ее нафиг! Капец, блин, тетя Дина, что же вы делаете такое-то, а? А че она такая мощная, блин? А? О, все, упала, блин, бабка всё. Старая! Потушили, блин, ты вы посмотрите, что тут было! Какие-то сатанисты, что-то вон, какой-то обряд или что, все поумирали! А вот это жесть. Вообще, что такое, а? Что-то интересное. Слушай, ну-ка, братан, тихо. Не подходи туда только. Оттуда какие-то звуки доносятся. Парни, это похоже на портал. Давайте посмотрим. Ё-моё! Парни! Димон! Засосало! Ё-моё! Мужики, закрылся! Портал, смотрите! Закрылся, Бабиан, за тобой прям! Да, вижу. Ё-моё! Нас после тебя тоже засосало, блин. Все в кровище, парни. Мы что, в каком-то лабиринте, что ли? Судя по всему, да, смотри, тут можно это попрятаться. Опа, опа, опа. Андрюха, я здесь, смотри, а уже тут. Опа, опа, здорово. Чё там? Чё, мужики? Здесь Слендер. Ах, блин. Это называется Слендер, человек без лица какой-то. Я понял, парни. Я все время этого Слендера видел. Первый раз в первом доме я думал, что это хозяин. Но потом он исчез. Второй раз, когда мы открывали дверь второго дома. И он тоже исчез. И я не мог разглядеть, кто это, я понял! Мы попали в ловушку Слендера! Ё-моё, ловушка Слендера, как из нее выбираться? Я не знаю, давайте попробуем найти выход, парни, мы явно в лабиринте с вами находимся, давайте по крови идти! Давай! Ой-ой-ой! Тихо, парни! Уходите! Давай назад, Бабиан, быстрее! Блин, не торопись! Димон, он перепрыгнул! Там еще сзади! Там много, они как обезьяны! Зажали! Ну что ж, ребятки, как вы уже поняли, сегодня мы будем выбираться из лабиринта, наполненного опасными слендерменами. Страшные слендеры крипипаста будут охотиться на нас в лабиринте. И нам нужно выбраться, нам нужно найти либо выход, либо спасительный портал, который также нас приведет к выходу. И только после этого мы станем свободными, а пока что мы в опасной ловушке страшного слендера. Если увидишь этого страшного, жуткого слендера в лабиринте... Срочно беги! Погнали, братья! Я знаю, где порталы есть! О-о-о! Ух ты! Парни, а у меня плохие новости! Знаете почему? А-а. Как я уже говорил, есть спасительные порталы! И, похоже, есть порталы, которые ведут на смерть! Ё-моё, зеленая смерть получается! В ловушку, офигеть! И знаешь что, Бабен, самое страшное? А? Как только мы зайдем в портал, вот эти слендеры, которые стоят сзади нас, они побегут за нами, а также еще в самом лабиринте огромное количество, блин, слендерменов. Капец. Ну что, парни, мы увидели их в лабиринте?
Да. Значит, срочно бежим! Блин! Погнали, парни! Убегаем от слендеров! Кто первый умрет? Тот плох. Тот Бобби. Чё, бодай? Блин! Опа-опа, Бобби! Опа-опа-опа! Запахло горяченьким! Где? Опа. Бобби! Где он? Бобби умер! Он меня обманул! Я тоже умер. И я, парни. Ну, Бобби, получается, лох. Во-первых, с конца. Да, Андрюха, ладно. Ты вообще-то. Я второй. Ну ладно, ты тогда. Блин, парни, вам не кажется, что это будет слишком это самое? Сложно выбраться из этого лабиринта. Они прыгают, скачут, лазят через стены. Это капец полный. Да вообще, их еще гораздо больше, блин. Я думал, их мало, их очень много в этом лабиринте. Ага. Ну что, погнали тогда. Гоу. Подтекаем, цепекло, хлопцы, бежим. Бобян. Билетики. Бобян. Какие билетики? Сейчас дам билет, иди сюда, надо? Проездной у меня. Я поешь, показать проездной, Бобян, я покажу сейчас. На тебе. Проездной. О, здорово, пацаны, сзади слендер, походу, был. А ты как отсюда прибежал? Он на крыше, а он сверху еще и сзади, и там. Так помогите! Андрюха, они сверху ползают, лазают. Капец. Йоу, ребята. Йоу, ты что делаешь? Не, мэн, смотри, он ползает, ребят, по облакам. Как так вообще? Эй, дай не тыкай, так холоден. Слендер, я бегу назад, до свидания. Так, пока. Димон, ты там в ловушке, да, слендера? Да, я в портале. Я выбрался! Что ты гонишь? Парни, я реально выбрался, честно. Второй раунд. А да. Ты читер, обман. Нет, я выбрался. Офигеть, повезло, парни. Ё-моё, они выход перегородили, я не выбрался нифига. Понятно. Так тебе и надо. Капец, ребят, выход был так близко, мне надо было всего лишь пройти вон на самый верх. Ё-моё, но, парни, я был очень близок. Ну шо, побезяк, давай посмеемся над ним, над этим лысым. Он хотел убежать, но не получилось. Обидненько, да? Что обидненько? Я-то запомнил, где портал. Чё издеваешься, а? Ну давай побегаем, обидно, смотри его. Опа, чё вы издеваетесь, ребят? Целуй вот, жопу давай. Они вот смеются, но я-то знаю, где портал, блин. Я сейчас туда просто добегу и все, парни, пока. Давай, побежали. А давай мы с тобой побежим. Просто в этот раз, ребят, я надеюсь, слендеры меня там ждать не будут, и я выберусь, и все, а пацаны так останутся в лабиринте навсегда. Вот он. Так. Бобезяк, парни! Я, блин, сам потерял его. А здесь закрыли! Портал закрыли! Блин! Ё-моё, ты выбрался, Бобян? Я не знаю, мне в него это самое, прыгать или нет? Ну прыгай, тут слендеры закрыли мой спасительный портал, мужики! Блин, Бобян! Я не вижу, я хочу туда посмотреть, где ты? Парни, я выбрался. Блин, да как ты его? Зараза! Парни, до свидания, я нашел еще один портал спасительный! Все! Понятно, Димон, читы выключай, пожалуйста. Я сверху, я выбрался! Хорош. Там слендеры закрыли один мой спасительный портал, но я пришел в другой. Кстати, их всего лишь три, парни. И причем уже один закрыт, то есть по факту их два. Жесть! Офигеть, вот это победа! Ержан! Давай, вставай, на работу пора! Парни, блин, что я делаю в лабиринте, я же выбрался! Тебя слендеры притащили, сказали, что задолбал в их логово приходить. Это не выход. Не выход? А где тогда выход? Не на вышке? Нет, не на вышке. Сказали в другом месте. Сказали, что если еще раз вот этот придешь, то ты умрешь. С концами. Ё-моё, ребят, понимаете, я-то думал выход на вышке, Бобян! Да блин, что? А там нет выхода. Это их логово. Тебе повезло, что ты вообще два раза выжил. Парни, вы понимаете, скоро рассвет. Выхода нет, в лабиринт пошли и побежали! Капец, друзья, беги! Я думал, что я выбрался, а нифига беги, подобного! Дорогая, все-таки я попал в ловушку слендера. Ладно, парни, очередной раунд выбраться, тут портал. Понятно. Опа, киселек. Понятно, я скиселился. Нормально. Ладненько, парни, ну что, долго не затягиваем. Если видишь слендера в лабиринте, беги и побежали. Беги. Беги, парни, бежим от слендера. Тупик. Чё? Я говорю, тупик. А, у меня тут тоже. Да, парни, здорово. Да тут везде, блин, тупики. Андрюха самый главный тупик. Ты опять туда прибежал, зачем я привел туда? А ты чё за мной бегаешь, блин? А, я на бомбе. Опа, пацаны, разлад в команде у вас получается, а? Или кто? Он меня подпер. Не подпирай меня, Бобби! Тут какой-то, блин, порталы, парень, я уже боюсь эти порталы прыгать. Прыгай. Я уже не буду. О, там слендер, походу, надо было прыгать, ребят. Походу, надо было прыгать. Я и прыгнул! Парни! Чё? Ты выбрался? А вот это, походу, настоящий выход, тут написано выход!
Да там Тори... мёд у тебя помада, я на Торе, ничего! Я за лабиринтом, нифига, парни! Я в водичке! А нас спасти! Вот блин, это топ! Вот это топ! Бабян, ты что, в портал фейковый прыгнул? Ага. А я в настоящий. Молодец. Андрюх. Да. А где Диман? Я не знаю, он там уже третий раз выбрался куда-то. Надеюсь, живой. Да я тоже надеюсь. Ну что, давай тогда побежали в лабиринт. А, погнали. Парни! Чувак. Помогите мне! Я превратился в Слендера! Я теперь буду вас убивать! Мужики! А, сзади! Помогите мне! Как мы тебе можем помочь, Димон? У тебя вообще лица нет, лица не видно. Парни, ну короче, я выбрался из лабиринта и стал Слендером. Теперь я буду вам мешать выбираться из лабиринта. Пау-пау-пау, стреляй, ты был Слендером. Ту-ту-ту-ту-та. Лысым, блин. А ты куда пошел? Сюда, иди, сейчас я тебе покажу. Опа! Давай, лысый, давай. Погнали. Бежим, 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 бобезяк. Так, ладненько, ребят. Короче, они это, теперь будут мои, блин, враги. Понятненько. Не понял. Что ты сейчас сказал? Ну теперь я буду бегать за вами, парни, а я еще ползу. Что... Опа, бабят, привет! Я дал вам фору небольшую, а теперь все, форы у вас не будет больше никогда. Не понял. Давай, слышь, по правилам играть хотя бы, а? Опа, кто сзади? Да блин! Эй! Туда его! Вот мы убили! Так, Андрюха, куда собрался? Опа! Я убежал от тебя! Андрюха, я уже сверху! Опа, я сзади! Уйди! Я уже здесь! А ты не поймаешь он меня. Делает вид, как будто бы стреляет. Тут так тяжело, блин, им управлять, потому что я еще только-только начинаю быть Слендером. А, ты только еще начинающий Слендер. Я вхожу в слендеровский вкус. Андрюха, привет! А ты тут прыгаешь, ты что, не адекватный? Да он сам, он сам! Оно само, опа, давай, ну оно само! Не просто меня ударить. Как это? Все. Пока, до свидания. И уходим, пафосно, друзья, и уходим. Прыгаем, как обезьяна. Ага. Ну шо, Андрюк, побежать быстрее, блин, пора выбираться. Слышишь, давай побежали, давай, давай. Только вам, у вас не получится. Слендер за вами уже мчится, парни. Пусть он мчится, не домчится. Ха-ха-ха. Ладно, я даже без форы побежал, сразу же. Опа. Ты что, офигел? Я сейчас поверху буду. Куда он ползает, ребят? Что со Слендером происходит? Это мне объяснит, я в начало пришел, не понял как. Прикиньте, он сам пришел. Начало нет конца. Он мне не дает идти, мужики. Ты телепортировался, наверное. Да фиг его знает. Короче, ладно, я бегаю за пацанами. Бобян не выбрался. О, бобезяк, вот этот дух. До свидания, Бобби, молодец, молодчина. О, портальчик. Что? Ну? А там прикольно выход сделан, кстати. Какой выход, не ври. Ну там написано «Ехит». Все! Андрюха, походу, ребят, тоже выбрался. Да, ты выбрался? Такая, ну да, водичка, пляж, лето, солнце, жара. А, точно, вон, утра. На пляже бегал, ребят. Все понятно, вон он там прыгает. Ясненько. Ладно, Бобян, тебе не повезло, знаешь почему? Потому что нас стало двое. Все, Бобян, теперь тебе не скрыться от нас с Андрюхой. Опа! Да? А, блин. Ага. Привет, шеф! Как дела? Ладно, Бобян, у тебя попытка есть. Мы тебе даем, можешь бежать. Хорошо. Давай. Андрюха, давай дадим ему неплохую фору такую, 2 секунды. Давай. 01-02-03-04-05-06-07-08-09-01-02-03. Погнали. Вперед! Опа! Бобян! Мы уже ползем, мы уже близко. Мы дышим. Я уже бежал, парни. Вы меня не найдете. Да, мы дышим тебе в спину. Поджилки-то трясутся. Ты видишь его, Андрюха? Я просто потерял. Я его тоже пока что не вижу. Поджилки, блин. Бобян, покажи свой поджилок. Иди сюда. А как это сделать? А я не знаю, блин. Я бегу, я его вообще не вижу, Андрюх. Я тебе клянусь. Я тоже не вижу. Так, он где-то... Он сзади, Андрей, меня! Ай, блин, все время сзади был! Оп, побезяк, здорово! Куда он делся, Андрюх, куда он делся? Где вы? Веди его, не убивай, я погоди. Я его сейчас поймаю. Сейчас съедим его, веди его, веди ко мне. Блин, он куда-то убежал. Он нас дует, Андрей. Сейчас мы... О, я его вижу! Где, Андрюх? Ну, в лабиринте. О, он у меня! Давай, сейчас я бегу. Прыгай. Он убежал, Андрюх, тихо, он в ловушке. Андрюха, он в ловушке сидел. Он бежал в ловушке Джакира. Я видел его, блин, вон далеко Андрюх свалил. Не особо. Так. Веду преследование над задержанием. Вот давай. Андрюха, передо мной был, что ж ты не убил его? Да я не могу. У меня тоже с ума сходит, Слендер. Иди сюда. Я вообще застрял. Ай, хорош. Блин. Просто его, Андрюха. Сделано.
прищемил. Ну что ж, ребятки, а вот такой вот увлекательный видосик у нас получился, и мы с парнями надеемся, что вам все понравилось. Обязательно подписывайтесь на наш канал, ссылочки на канал Пацков найдете в описании, смотрите их видосики и стримы. Ну а мы желаем вам всем всего-всего самого-самого наилучшего. Всем спасибо за просмотр, удачи, не болейте, успехов и пока-пока! Всем баю-бай, дорогие друзья! Где чуваки?